Ребята, хочу вам порекомендовать. Это никакая не реклама, запомните, у меня будут реально только рекомендации, чисто от души. У меня есть очень хороший Кенти, который живет в Польше. Я смотрю его сам влоги. Сейчас мы хотим вместе вырасти, немного так раскрутиться, потому что он действительно, у него качественный контент. Он снимает о Польше, о своей жизни, что в Польше происходит. Это действительно очень интересно. Если вас интересуют другие страны, развитие вообще, другие люди, другой менталитет, и вы любите действительно улыбаться и получать позитив, то вам к нему на канал переходите. Вот маленькое превью о его влогах, его канале. Смотрите. Всем хорошего просмотра. Мы едем в Харьков. Было аж на спине написано, слышишь? А что это тут за девочка? Там мои малышки... Проводницы по путешествию. Вам посоветую. У нас попался от души пассажир. Мы, короче, проводника выгнали. Жрет грибы. Подписывайся на блог. Харьков, здорово. Здрасте, Газпром. Здравствуйте. Вонючки, что вы будете кушать? Я еще много чего не знаю, друзья. Ставьте лайк, если вы тоже чего-то много не знаете. Ха, все прекрасно, друзья. Путешествуйте, ездите в другие города, отдыхайте. Друзья, всем привет. Знаете, где мы сейчас? Мы едем в Харьков. У нас дом на колесах, у нас свой камин, и у нас прекрасный номер. Мы сейчас направляемся в Харьков, брату Лайнгру. За день так задолбался, сегодня еле собрались. Пока скупились, пока тоси, сёси. И мы сейчас уже едем в Харьков. А что это тут за девочка? Это там мои малышки, проводницы по путешествию. Проводницы. Была аж на спине написано, слышишь? Ладно, она говорит, это наша печка. У нас лакшери вагончик, и мы едем красиво в Харьков. Да, я снимаю свою жизнь. Друзья, знаете, нам попался очень такой вот... Я снимал, у меня влог от души, конечно, я снимаю. Ребята, вы меня не снимайте, а. Это, у нас тут один пассажир с нами едет. Нам, не, с нами пассажир едет. У нас попался от души пассажир. Мы, короче, проводника выгнали, заняли его место. Мы просто захватили поезд. И сейчас, знаете, я как бы задаю всем советы. Какие вы дали бы, может, советы на будущее молодежи? Я задал человеку, и он хочет нам дать совет, потому что человек прожил один этап жизни, он много чего понял, хочет посоветовать нам, молодежи, чего-то. Вам посоветую. Будьте энергичны, будьте дерзкие, будьте настойчивые, будьте такие вот... Хотите чего-нибудь, желайте. Не будьте энергии. Вот как мы, как наша компания. А насчет любви, скажите, что это насчет любви, насчет подождите. Любви. Да люблю я вас всех. Все, друзья, будьте энергичными и любите ближних своих. Относитесь всем так, как хотели относились к вам. И любите, ладно, любите? Любите и уважайте. Мы с вами. Чувствую себя как являнка какая-то, ты в Харькове. Мы едем, где мы? Мы... Кстати, где мы? Вы знаете, где мы? Мы без понятия, где мы? Мы сейчас там, мы в Тамбуре. Ирпень, мы в Тамбуре. Давай покажем, какие у нас есть конфетки. Друзья, вот такие вот конфетки, смок тунти называются. Они у меня, да. Называется... А что ты покормил? Не... Почти, надеемся, так же вкусно. Вот такие вот писюнчики маленькие. Так что, кто хочет посмоктать, обращайтесь, на мою почту отправляем. От души, ребята, просто от души смокчите. Это конфетки хейтера. Олесь. Олесь, расскажи про слово себе. Друзья, просто настолько позитивный человек, если просто не представляете, жрет грибы. А где Сипаму? Я про лисички вообще-то говорю. Это ты эстет пересмотрела в своей жизни, детка. Я тоже могу зачитать рэп Е. Как там дела? Олесь, что? Пару слов о себе как бы. Одинокая, красивая девушка. В смысле? Я не одинокая, я independent woman. Независимая женщина. Правильно я сказал, да? Да, да, да. Я английский, но знаю. Yes, of course, I have so many to fit and understand. Нас видят трое. Мы троица. На смурфика, а ты программируешь на смурфика? У меня просто сынок смурфик. К нам гости пришли в квартиру. А кто дымофон открыл? Короче, ну мы висим в тамбуре. Мы взяли два места. Оказалось, что мы взяли даже нижние, не верхние, а в тамбуре просто. Это пиздец. Алина говорит, я возьму. А я все порешаю. Я же ты же выкупаешь. Я говорю, конечно. А кто мне брал билеты? Алина. Серега. Во всем виноват Алина. Потому что сделал это Сережа. Алина тянет за меня всю дежурку.
котик, стоп-кран, ты дергаешь сегодня? Ты писючки показываешь? Ты что ты дергаешь? Это уже забава. Кто, писючки? Да. Это ты пьем в ванной? Здрасте, это я. А смех у тебя божественный просто. Всем здравствуйте, это Бог от души, хэштег Нестеренкос. Спасибо, братан. Ставьте лайки, подписывайтесь. А какие красивые девочки передо мной стоят. Алина и Алиса. Алиса моя мамка, это подружка. Мамка, а куда мы завтра идем гулять? На футбол? На футбол. Мы завтра идем на футбол. К брату Сереже. Брату Сереже, Андрюша, теперь ты огромный привет. Ты такой классный, я еду к тебе на футбол. Ставь лайки, подписывайся на блог, а ты же как Нестеренкос. Олеся моя мама, Олеся моя мама, Олеся моя мама. Доброе утро вам, мы уже подъезжаем. Ночка была прекрасной. О, котик. Зачем? Ты там вообще ничего не видно здесь. Мы уже на подъезде. Харьков нас встречай. А где Олеся, кстати? Олеся спит? Да, она спит еще, она не встает. Алина вчера выпила все виски вместе с Олесей. Говорил, хватит они. Нет, давай еще. А шо, а мы уже приехали. Что, Олеся нас ждет? Ничего, да? Да. А что это за покемон сидит? Знаете, вам так классно смотреть, там чикс в позе. Хоп, уже приехали. Так все быстро. Ну, какая-то все перебарка. Все, идем. Да, идем. Забираешь шмотки? В смысле? Я все буду нести. А ты что, не синь? Ты же независимая женщина. Да. Самая нет. Да. Не знаю, нам нужно будет... Блин, я же снимаю. Давай я буду тебя снимать. Вот Харьков. Я хочу жить. Красивый солнечный город. Боже, какой ты влогер. А чемодан? Вот ты поднесешь? Да. Ага. Ты реально настоящий влогер. Да? Класс. Мне нравится. О боже, что с моим голосом? Боже мой, мы сегодня выйдем, потому что мы заедем в отель только после двух, а мы очень сильно хотим в душ. Не, ну купаешь, а то бзди, ты глупаешь, что ли? Это не я. И не я. Спасибо. А, ну вот мы и в Харькове. Харьков, здорово, мы приехали. Что, вы готовы врываться? Поехали. Котик, наливай. У нас гостиница аж после двух, мы приехали. Сколько сейчас на часах? У нас 6:30 утра, и я не знаю, что нам делать. Мы уже вышли с вокзала, мне вокзал напоминает Дом культуры огромный. Ну реально, что не Дом культуры с колоннами? Один в один. А у братишки игра в 12, а мне еще надо ему отдать бутсы с приколами разными. И мы сейчас поедем к нему, наверное. Но сейчас очень рано, но ничего страшного. Ты же меня любишь. Ребятки, котятки, что мы едем уже по Харькову. На самом деле, Харьков пока создал впечатление никакого, да, действительно. Это не та сторона. Анатолий. У нас Анатолий очень хороший водитель попался. Знаете почему? Потому что мы подошли сначала. Первый таксист говорит 100 гривен. Я говорю, понятно, до свидания. Да, это Газпром. Это Газпром. Здрасте, Газпром. Здравствуйте. Зашли мы на покушать в 7 утра. Мы брата не будем еще будить, потому что наш Италий же с двух, как я говорил. Мы хотим к нему заехать, скинуть шмотки, пойти помыться, потому что игра в час дня, да? В час дня. И мы сейчас зашли в круглосуточную кофейню и решили похавать. Ой, еще раз. Сейчас шишки набьем себе. О, слушайте, если вы верите в всякие приметы, ставьте лайк. Если вы знаете какие-то интересные приметы, пишите. Интересно послушать. Зверо тише пишите. Ну а что ты ведешь себя, как являнка какая-то? Ты в Харькове. Спасибо, Сереге, за такой пауэрбэнк. Друзья, кому нужны пауэрбэнки, обращайтесь. Сделаю по хорошим ценам. Не, ну что ты хаваешь? Какая женщина пристала к Сереже. Ну как вам наш номер? Это наш холл. Девочки, может вы это? Может вы вещи будете раскладывать? Как вам наш номер? С камином. Сколько? За 550 гривен, да, мы сняли этот номер? Сори. Спонсор. Да. Харьковский металлист, спонсор нашей поездки. Да, как в общем приехали, мы брат уже в гостишку. На самом деле холл такой презентабельный, мы подумали здесь снять номер, но здесь... Нам не сильно нравится атмосфера. Люстра не очень. Ты кроссовки себе показываешь модные? Может, мажорка? Это же ты что ты вообще бизнес-леди? Друзья, если вы в Харькове, или вы с Харькова, мы в Харькове, просто напишите, какие здесь места. Мы в следующий раз придем, обязательно их отведаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Мы оставили мы шмотки у братика. Сейчас приехали позавтракать, потому что мы хотим есть. А потом девчатам надо пойти помыться, потому что они вонючки. Вонючки, что вы будете кушать? Посмотри, красный бархат. Посмотрите на эти глаза просто. Ну как? Это же просто тортики. Давайте мы нормально поедим, пожалуйста. Мне нужно сожрать вкусняшку по-любому. А есть места вообще, вы узнавали? Прикольный коридор, да? Нашли местек, киевляне в Харькове. А, наконец-то мы присели, мы заказали покушать, и мы заказали... А вы взяли себе бухлишко? У нас сейчас идет инстаграм тайм, все постят то, что нафоткались, сняли, вот малышка такие фотки делает, она у меня, кажется, фотограф, я об этом не знал. Я еще много чего не знаю, друзья, ставьте лайк, если вы тоже чего-то много не знаете о своих вторых половинках. Мы заказали покушать, позавтракать. Взяли бухлишко, потому что суббота должна начаться только так. Тем более, если ты в Харькове. Да. Ставьте лайк, если у вас в Харькове утро начинается так. Не пришло, как бы, первое. Подмышки у меня не пахнут, не надо. Ты пахнешь медом и ванилью. Я пахну, как бензин. Смотрите на этот инстаграм тайм просто. Зачем? Все, можете выносить, мы пофоткали. Мы действительно покушали так хорошо, позавтракали. И сейчас думаем к Андрюхе на футбол попасть. И после этого мы хотим заселиться и отдохнуть пару часиков. А вечером нам посоветовали, кстати, пойти в Москвич бар. Говорят, там круто. Будем думать. Вообще впечатления о Харькове, ну реально крутые. Ну классные, позитивные точнее, не крутые, не будем загадывать. Брехло? Не, ну что, прикольно на самом деле. Атмосфера такая. Ну мы создаем, конечно, атмосферу, а не Харькову создаем атмосферу. Думаю, Харьков рад, что мы приехали. 16.54 самое крутое заведение пока, потому что мы были в одном. Че я вам скажу? Все прекрасно, друзья, путешествуйте, ездите в другие города, отдыхайте. На самом деле оно так хорошо разгружает. Олесь. Да, путешествуйте. Оно разгружает? Очень разгружает. И загружает в порядке тоже. Ждем принцессу. Одна сидит и ждем вторую. Наконец-то мы определились с отелем. Потому что Алина еще ищет, да? И погодка сначала была пасмурно с утра, а сейчас уже более-менее разведнелась. Ну как-то так. И мы ждем солнца, но сейчас игра будет, тут что поболеем. Главное, чтобы ребята выиграли.